Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Сегодня мы возобновляем прохождение Left 4 Dead с подписчиками и участниками группы. И сегодня с нами по традиции Санёк Ковырзин. Всем привет. И два участника от подписчиков. Это Богдан Полонский. Всем привет. И Алексей Иванов. Всем привет. Мы, сразу скажу, уже как-то поиграли. На днях записали кампанию... Кто скажет, какая была компания? «Смерть в воздухе». И, к несчастью, подвела меня моя плата, не записала мой голос. И поэтому мы тем же составом беремся за другую компанию под названием «Кровавая жатва». Вот как-то так. А давайте сразу начнем с того, что дадим возможность ребятам представиться, рассказать немного о себе. Давайте начнем с Богдана. Меня зовут Богдан, мне 19 лет, я из города Екатеринбург. Я студент первого курса матмеха. Здесь мы с Саньком опять удивимся, да? Да. Кругом одни механизаторы. Я увлекаюсь программированием, но больше люблю всякое такое. Я хочу делать игры, в общем. Хорошая идея. Человеком. Ну хорошо. Что-то не получается, потому что времени нет, учеба, все такое. Да и просто уже Valve делает игры, Electronic Arts. Нас не пустят туда. И Алексей. Да, всем привет. Меня зовут Алексей, мне 20 лет. Я студент третьего курса инженерно-технического института электроэнергетик. В общем, занимаюсь тем, что учусь. И когда есть время, играю. А так, гитара, вокал иногда. Ну, в общем, все развиты. Смотрю прохождение Семена. Вот, так что, извини, надеюсь... что перебью, по секрету так... еще довольно неплохо мочишь зомби. А, да. Я думаю, ну, еще сейчас мы это засвидетельствуем. Это спойлер был. Это был спойлер. Вот, так что я надеюсь, сегодня будет хорошая игра у нас, как и тогда. Ну, ладно, не будем. Тревожить умы. Не будем ностальгировать. Да. Если все готовы, то я нажимаю зеленую кнопочку Let the battle begin. Да. Мы играем на каком-то супер выделенном сервере Пентагона. Нам Алексей обеспечил это, я не знаю. Так, это супер выделенный сервер, по-моему, сейчас занят. Сейчас посмотрим. Нет, он не занят. Мне кажется, это просто нас хакеры из Пентагона перебили. Перезаняли. Ну, все же... Обрезали нас. По-любому Пентагон тоже в Left 4 Dead играет, как без этого? Ну, да, но сервер пустой, на самом деле. Не знаю, посмотрим. Надо было мне создавать. Так, кто знает, что за кровавая жатва и про что там будет? Я знаю, там мы будем звонить будем этим, вызывать подмогу военным. За нами приедет... Хрущев с кукурузой, да? Нет, не Хрущев с кукурузой. За нами приедет машина военная, которую мы... заберемся и укатим. Слушай, вот, а кто реки вспять хотел повернуть? Хрущев или Андропов? Все, началось. Немножко истории. Да, да, да. Я не помню. Ну ладно, не столь суть важно. Просто я это... Главное, что ему это не удалось. От спойлеризма перешел к истории. Темный лес. Насколько я помню... Мне не очень нравилась эта глава. Я не помню почему, но почему-то она мне не нравилась. Ну с нами Лёха. Да. Просто идти вдоль путей. Я с вами. Меня вполне устраивает. Чё, куда? Да. Сейчас я громкость делаю. Какая-то беда с сенсом, если честно. Да-да-да, у меня тоже. А, кстати, да? Каждый раз настройки слетают, по-моему, потому что я и звук тоже мне опять приходится пере... Да, ну сенс, конечно, вообще... В принципе, пойдет. Так, ну, ведите меня. Гримфест уже побежал. Он, видимо, так не любит эту главу, что он решил ее пройти один. Кого-то рубит там. Так, а топорики забрали, да? Ну вот. Я могу дать, иди сюда. Да ладно, ладно. Да возьми. Полетели. Ну ладно. Доброта. Богдан, ты справляешься? Да пока норм, пока. Я жадный до зомби. Мишка забрал мой коктейль Молотова, я его охранял. Ну что, по традиции, я парень с камерой, который прикрывает ваши тылы. Смотрит, как вы весело воюете. Ты тоже с нами воюй. Ну я так прикрываю вас просто. В тот момент, когда вы не будете ожидать, на вас нападут.
и выстрелишь в спину. Громила. Спасу. Прикрываясь своим же прикрытием. Громила, пожалуйста. Охотник. Ай-яй. Нормально, разобрались. На любого охотника найдется стрелы. Что-то они атаковали прям с самого начала. Ну, по идее, это не самое начало, но... Ну, я имею в виду с самого начала главы. Читал надпись? Я не бодиплыкла, спасает Фримена. Устал спасать тебя, Санёк. Ой, можно, можно подумать, я пропаду тут без тебя. Не суй, ладно, это бренное знамя. Так, что это такое? Зажигательные патроны. Лазерный это нет, прицел. Это... А, вот прицел? Я никогда не понимал, зачем для дроби лазерный прицел. Вот. Это вообще просто... Но выглядит круто. Чувствую, круто выглядит, да. Но я выглядит. Всегда я боялся таких мостов. Ну, не детство, но такое уже, когда помнишь, лазерные каски появились. Да, еще да, с различными этими наконечниками. Еще с самолетами, самолеты слепят ими. Да. Ну, такими такими сложно заслепить. Ну, таким там, уже надо, посерьезнее. Знаете, тут дигл лежит, если что. Берем. Так, таблетки берите. Беру таблетки. Пустынный орел, это вещь хорошая. Да-да-да. Так, у нас всё? Грин. Чё ты тяжко? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вы чё, на улице все? А вы чё там застрелили? Парни, парни, чё происходит? Паника. Где? А, меня курят. И только Лёха с молотком носится. Топором. Топором. По-моему. Я где-то там мачете видел. Мачете, да. Мачете уже взяли. Нет, я еще одну нашел. Богдан, тебе подлечиться? Что-то мне вообще плохо. Я играю так себе, но люблю рисковать. И поэтому ты решил с кулаками на них. Лечись, лечись. Лечись, я тебя прикрою. Прикрой меня. Так. Надо было мне тоже с вами идти в дом. Так да. Ну мы с Сёмой, я просто знаю, что Сёма по-любому будет прятаться в доме. Он не станет на рожон. А ты как меня раскусил-то. Ну так, Сём, я ж не первый день с тобой играю. Кстати, то хотел... То есть ты так вот завуалированно назвал меня крысёнышем? Ну, можно и так сказать. Нет, Сём, я никогда так это... Надёжным никогда человеком, так думал, который да. Может... Прикрыть спину. Вот, да, вот что да, я имел в виду. Ну, я играю крысёнышем. Сегодня ребята с группы писали... Просили опять Незеру, я говорю, что сейчас у тебя пока загружен немножко, но просили показать. А, Жакей на мне. Я думаю, мы с тобой. Вышло это. Курило. Я думаю, мы с тобой про спойлером какую-нибудь одну серию, где мы с тобой по метро побегаем. Да, вот я тоже хотел именно об этом сказать, что. Вышло метро, вот я не знаю, как бы смотреть не хочется, насколько. Курильщик где-то рядом. А мы не убили, он сверху курил же. Куда, вниз надо спускаться или дальше бежать? Не-не-не, за мной идите, сейчас не спуститесь, умрете. Не туда. Нормально ты вот, так обнадежил. Вот это да. Вы все умрете. Туда не надо. Зато никто вниз не пошел. А это вот, спрошу вас, на восьмерке Незер вообще никак не идет? Я восьмерку даже не ставил. Я купил грубу в подарок Незеру, он попросил. У него восьмерка и написано, что не идет. Но я еще не гуглил, можно ли запустить или нет. А вот. Если выставить, допустим... А что, у вас уже у кого-то восьмерка стоит, что ли? У меня давно уже восьмерка стоит, еще как она вышла. Я принципиально ее ставить. Нет, я поставил, потому что... Ну, потому что люблю все новое. Поэтому я люблю уже и привык. Все то, что работает. А это вроде бы работает. А я просто менял компьютер, поэтому ставить снова семерку что-то не захотелось, решил вперед идти. Так, ну что, Мишка у нас на первом месте. Я рукопашным оружием убил всех больше всех. А я пацифист, я руками не воюю. Пацифисты стреляют в голову. Я да? Просто стреляю в голову. Я буду знать это. Так, ну я птичку не беру, у меня 94%. Я, кстати, только сегодня посмотрел все серии прохождений с подписчиками. Я как-то пропустил, что они вообще были. Это нормально. Ты бы знал, сколько я получаю сообщений о том, что советуют пройти. Все то, что у меня уже давно есть на канале, мне такое ощущение, что люди плейлисты вообще не смотрят.
Люди, смотрите плейлисты, да? Да, это обязательно. Я выкинул свой этот с прицелом, что ли? Парни, я как бы воюю. Вот он, смотри, я прыгаю около него. А, во. Это кастрюля. Это мой. Кастрюля, это не сковородка. Да я не знаю, что-то все собирается. Я там уже завалил десяток. Пойдем. Давайте проверим. Я думаю, таблетки нам... здесь лежат. А, ну ладно, я возьму. Еще одни таблетки лежат. LSD? Так, у меня есть. Да. У меня есть колес. Вот нам и колесо, да. Как сказал тренер, но тренера нету. Ой, откуда они тут? Мишка, я тебе закрыл. Спасибо. Вырываемся, у меня тоже топор есть. Пойдемте к экзиту. У вас у всех топоры красные, а вот я сегодня сделал его черным. Вижу. Я в него попасть не мог. Вы были слишком быстры в своем соитии. Мне надо подойти так прикладом ударить, и все нормально. Охотник. Так. Убил? Нет, покоцал. Слышу, что рычит. Тут два. Курильщик. Ой, и в меня. Я прошу прощения, я взял винтовку. Ладно, так. Тут молотов. Возьмите молотов. Грин, возьми молотов вот здесь. Калаш. Дефибриллятор есть у кого-нибудь взять место? Нету. Ни у кого. Да он и не понадобится. Пойдем. Кто-то рычит. Да давайте возьмем. По хардкору пойдем. Падла какая-то рычит. Хардкор-то... Что там еще оказался? Через окна идем. Сори. Прямо в спину. Ну я просто ровненько в зомби, но в этот момент ты таким ловким маньёком. Богдан, тогда не закончил свое предложение о том, что посмотрел серии и... А, я просто про то, что... Ну ладно, не важно уже. Ну ладно. Это останется тайной. Тему, но уже как бы поехали. Мы перебили. А я внутри. А вы? Мы сейчас будем вызывать... А, мы сейчас сигнализацию... Да, внутри, где сейчас... ты внутри? Вот мы вот здесь. Здесь есть таблетки. Таблетки, да. А, вот, вижу. Таб. Саня, ты что там застрял? Ну все, я открываю дверь. И сейчас будет куча шума, да? Ой. Либо ждем, либо идем, выбирайте. А волна закончится, если мы будем ждать? Да, закончится. Громила. Всё? Двери закройте просто, и все. А их нету. Как а, ну, не, да. они их сломают. Ну так все равно лучше. Ну замедленно, толстяк. Прошу прощения. А, это даже не я. Парни, я жопу крою. Ну я в проходе сяду. Чью? Свою чью? Сзади прорвали. Плохо. Ой, все, мы у тебя есть руки просто падают, да. Да блин. Так, все? Вроде. Чисто. Два зомби, которые подкрались друг с другом. Кто-то у меня что-то спрашивал, я не услышал. Кто-то у меня что-то спрашивал, что у тебя есть и... У тебя... Не, у тебя ручное... Не, я спросил, ручное оружие есть или нет? У меня магнум. Или дезертик. Магнум — это ручное оружие, да. Танк. Я предпочитаю огнестрел. Ой, вот это... Нет, его не было. Тут что-то такое бункуло. Это у меня в животе. Бункуло? Ладно, хорошо. Так, что-то тут ведьмы нету. У меня руки уже чешутся. А у тебя дробовика же нету? Как нету? Я всегда с дробовиком бегу, если у меня есть. Я никогда не беру ни калаши, ни что. А мне, кстати, калаш понравился вообще. Калаш хорошая вещь. Не спорю. Ну, не, вообще, разброс. Кроме калаша, ничего не уважаю. А я люблю снайперки. Не знаю, почему тут. Ну, у нас просто команда прямо вся. Чё-то специализировано. Специализировано уже. Чёткая команда. Где громил? Вижу. Вот почему стреляю я, убивает тебя низко. Вот я не понимаю. Меня тоже это интересует. С топором и с одного удара валит. Потому что Мишка профиль. Нет, я не профиль. Потому что есть люди на ноги лучше играют, чем я. Просто мы дно. Да не, так не говорите. Почему вы дно? Так не говорите, говорите, что вы глубокое дно. Нет, дно это когда вы... Балла, что ли? Вы только начали... Ой, парни, много их.
Особенно сзади. А что так? А, молотов зря сожгли. Ну, ладно, хорошо. А это канистра, по-моему, была. Ага, а, да, точно. Так, о, ведьма, дайте мне таблетки, пожалуйста. Да, у меня есть. Таблетки. Пойдем сюда. Кто-нибудь. Так ты мне докинешь ведь. Ты же докинешь. Как? Таблетки. Спасибо. Ух ты, я еще и с таблетками остался. И вызвался с таблетками. Вот эффективно надо, умейте, парни. Так, а что, нам куда? Подождите, дайте я... Мишка хочет завалить ведьму, как всегда. Мишка, дай я в голову пальну. Ну давай, подожди, стой. Вот она прямо здесь. Погоди. А мы дальше-то прямо, правильно идем? То есть, да, правильно, все правильно. Давайте. Хватит пугать эту черную ведьму. Ну и чё, не убил? Ой! Сама ведьму-то ты напугал. Ты напугал, она на тебя побежала и меня столкнула. Почему я её не убил? Так, чё, этот, всё? Можно, кстати, ведьму этой пищалкой, вот этой пайпой, сделать так, чтобы... Этот, она... Как бы, как сказать-то правильно? Ошеломлилась. Ошеломлить её. Красиво, короче. Ты говоришь. Да. Ошеломительно. Давайте ошеломим ведьму. Нет, она покачнётся, короче. А если тут же есть возможность отталкивать, то есть ее не оттолкнуть, да? Ее не оттолкнуть, она будет бежать на тебя, и как бы если не ты ее потревожил, то она тебя будет сталкивать. А если. Как же еще? А если, например, какой-нибудь. Вот, например, 4 на 4 играем, какой-нибудь из персонажей из зараженных ее спугнет, то она за ним будет бегать. То есть тогда же такое возможно. Вот все. Парни, ну я чё, все с первой аптечкой, а я не последний. А я последний. Ой, это я сегодня заговариваюсь. Ну а я, видишь, я настоящий, вы все сексисты, вы видите, вы женщину обижали, а я ни единички урона не нанес. Ой, это даже не человек. Это облучник, признай это. Нет, это просто не моя бывшая. Каблуком у ведьмы. Не знаю, когда выйдет эта серия, но всех студентов, в общем, да не надо меня лечить, я лучше сам. Так нет, тут смотри, тут аптечек очень много лишних остается. Я имею в виду, что всех студентов, я думаю, нужно пожелать удачи в сессии, потому что сейчас январь, идет сессия, зачеты. У меня послезавтра. У меня завтра экзамен. Ну, так бы, это получается 10-го. Электротехника, электротехника. А вы сопромат сдавали? Я сдал на 4. И кусач на 4 сдал по сопромат. Так что... Только жениться не на ком. Парни, так, сзади. Ребят. Удивительно, что я не люблю математику, но я на матнете. Богдан, уходи оттуда. Что там стол? Да я с ним. А, это там. Жакей. Богдан, вот так. Молодец. Жакей умер в воздухе от сердечного приступа. Тут есть... Как он называется? Машет? Мачет. Так, мы правильно идем? Другого хода нету. Ну, теперь вообще никакого хода нет. Теперь некуда идти. И вот танк, так. Вот зато красиво, парни, зато красиво. Выходим отсюда, нам... Ну, уже поздно. Видите, я вовремя его поджег. Вовремя. А, я не успел. Уходим. Я не вижу, куда бежать. Что уже? Ты его завалил? Я. Так скромно, я? Четыре раза мачете. Вот меня танк ни разу не задел, а у меня убавилось просто. А то, что я предварительно в него всадил в обойму из снайперки. Ладно. Мы. Давайте так говорить. Много их тут. Да, сверху летят. Падаю. Как вы считаете, если вот в реальности так получится, вот так вот, как мы сейчас видим? Ты выходишь на улицу, а там вот такие вот кровожадные твари. Ну, я бы не отказался от катаны тогда. А мне кажется, что мы бы были одними из них. Вряд ли бы мы... Лично я бы сидел где-нибудь за дверью. Не, а у меня, короче, переносимость кукусом по-любому была, то есть... Кусай, не кусай. Тут кто-то рычит неприятно. Ребят, я самое слабое звено, и я плетусь медленно. А таблетки? Я тебе могу аптечку дать. Стой. Тут рычит, не могу понять, толстяк это или кто? Толстяк, да, он там вот.
наверху? Вот он. Ой. Я нашел. Здорово. А я не по-человечески через окно. А я подожду. Хватит по мне стрелять! Я переживу. Просто я думаю, что когда вот такая вот фигня случится, не будет разбросано нигде оружие, патроны. Ну, это понятно. Будет вилками будем драться с ножами. Да, кстати, тот сервер, который я вам пытался дать, там был ножик. Парня громило. Там был ножик. Патронов потом никто все не видит? Нет, нигде нету. А ты? А в чем суть этого ножика, если... А он очень быстро бьет, он очень быстро бьет. Вот смотри, сейчас объясню. Есть, а например... мачете все равно с удара, как бы обычно у этого... У ножика скорость больше, то есть когда ты бьешь быстрее, то с ордой справиться легче. Угу. А, ножик ДПМнее, скажем так, да? А? ДПМнее. Ну да, да, вот. А, например, если взять фомку, да, ну вот, так, лом. Вот, то она очень долго замахивает, но у нее урона больше, то есть это тоже. Ну, то есть я когда-то, помню, мы когда с Сёмой начинали только бегать в Ладсудот, я спрашивал, имеет ли по дамагу различия, допустим, какие-то катаны это или... Имеет. Имеет, да. То есть если ты возьмешь биту, ты будешь застревать в этих зараженных, вот, то есть ты не будешь резать их, ты будешь в них втыкаться. Так, молотов есть. И, конечно... Сбитая не очень хорошо. Ведьма. Лёшка Мишка. Ведьма, дайте мне ее. Лёшка Мишка, лови. Подожди, подожди. Ну стой, ну подожди. Ну подожди. Осторожнее. Не злите ведьму. О, меня захватили. Все нормально? Так, с ведьмой что, разобрались? Я не понял. Да, все нормально, все, ведьмы нет. Вот есть ведьмы, которые и ходят, что? Это на картах второй части. Вот там посложнее немножко. Ходят, что-то я не видел, честно, не припомню, которые они есть, которые ходят, особенно на сахарном заводе. Там очень много ведьм, и они ходят. Слушай, они не сидят. Я насколько помню, так они все время в уголке есть. О, тихо, попробуй, тихо. Попробуй поиграть во второй карте, вот второй части карты. Да, они ходят. Они ходят. Именно вот во второй части появились ведьмы, которые ходят. Вот. Так, Семён, ты я где? Я здесь. Ну, ты как обычно, да? Я на безопасном расстоянии, я просто разведал обстановку. Здесь патроны. Здесь есть таблетки. Таблетки, все уже, ребят. Какой я неразговорчивый сегодня, да. Веселые таблетки. Я просто спал очень много. Тут есть канистры много, что кто-то нападать будет? Так, ну тут, не знаю. Курильщика слышу. Поправил. У Алексея спрашивают. А, курильщик. Чего будет? Курильщик справа, он на холме. Рычаг. Ты видел его? Все. Да вон справа на холме. А что ты с дробовиком? Ой-ой-ой. Арда. Сейчас будет большой взрыв. Лично я на коне полез. Воу, так опасно стало. Опа, меня. Теперь нам туда. Ой-ой-ой. Бегу, Санек. Тут куча. Как я помогу? Прикрывайте меня от зараженных. Могу сказать то же самое про себя. Нет, просто если его ударят сейчас, вот уже 3-4 раза ударили. Это не понять его. Мы рискуем его потерять. Да и ничего страшного, я возражусь потом. Ну, хочется, чтобы следующий. Ты тоже отстреливаешь? Ты бы, так я отстреливаюсь. Ты бы лучше это, себя бы... Потом, считай, как калашик подберешь мой. Ну вот смотри, вот и все. Не с таких передач. Я уже. Это просто какой-то мессакр. Все, фу. Сём, отойди. Я успел. Это было эпично. Так, дальше вот туда... Это еще не закончилось, я больше скажу. Это еще не закончилось. Они тут не закончатся. А, то есть надо прорываться после цели? Да, надо прорываться, там недалеко уже убежище, наверху. Там вот для нас мост обронили. Осторожно! Богдан, съешь таблетку? А где Мишка-то? Я Мишку потерял. О, там опасно. Санек, спасай, Санек. Да, стреляю. Жесть. Прикрывайте. Да я рублю тут громилу еще. Жесть.
поднял, нет? Нет, такого. Поднимаю, поднимаю, пробую. Так, ладно, бейте просто зараженных вот этих, и все. Чтобы не... Так, вот, вроде все. Все. Да. Сейчас, это, сейчас молоток скину. Пойдемте, да. Наверх, наверх, пробираемся. Кто это сделал? Я сделал, пойдемте. Да как пойдемте-то, если мы сзади? А, да. Как сзади-то? Вот, иди, иди. Давай, давай, давай. Умри. Так, все. Все. Это единственный способ был, чтобы выбраться из этой передряги. Так, отлично. Столько кишки миллиона. О, все, у меня. Что вообще происходит? Что же за... Я не знаю, тут нужно что-то отключить будет? Нет, нет. У нас просто буквально в метрах 10 уже бежит, он там домик стоит. Кошмар, а что? Ты не дошел. Я так не играю. Вас скоро спасибо. Надежда вообще, она тут. Все, пробивайся, наверное, я думаю. Просто иди вперед и все. Стопы, подождите вы. Ты просто жопа как конкретно. Я вижу, что. Нам сейчас придется, наверное, проходить. Сема, проходи, я комитет. Да. Да, давай, давай. Хотя бы один, дойдите. Да куда? Ну, прямо иди, прямо иди, прямо, только прямо иди. Там домик, видишь домик, походи в него. Я умираю. Заходи в домик. А, нет! Все плохо. Расталкивай, расталкивай их, все. Мишка, ну это твой просчет в тактике. Ребята, нет, это не мой просчет. Нет, когда мы... Надо, я же спрашивал, будет волна или нет? И когда только, сказал, что да, будет. Только началось, когда волна началась, только тогда уже... Так, я тогда сразу лечусь и еще одну аптечку беру. Теперь я знаю, на что тут рассчитывать. Этот, когда много очень зараженных, вот нас окружили, молотов кидаем под низ, идем прямо. Они мертвые, а нам только немного жизни возьмется. Так надо еще просто... и пройти, они что же так... преграждают. Семен, просто ты там застрял, получается, ты не ожидал этого, и поэтому у тебя плачевное состояние получилось. Плачевное состояние. В общем, я виноват, я понял. Очень лучше все прошло как надо. Не убивайте, друзья! Не убивайте, друзья, говорит один из персонажей. А мы слышим, слышим. Синхронизация. Так, нам надо просто там покидать этих канистров, как я понимаю. А он может не здесь возродиться же, там. Не всегда же в одном месте. Нет, я имею в виду там в конце, а, просто там? Покидать канистры. А, и... вот, а там, танк, 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 танк. Значит, ожидаем. Я хочу вот так. Баллон! Ну, вот это рано, рано баллону. Блин, я опять застрял в текстурку. Все? Нет? Были. Это не радует. Так, мне не нравится дробаш, ну ладно. А с Бэби чё, поменяй, недалеко же. Да, бы так пистолета, вот было бы идеально. Мишка, ты что-то привлекаешь, мне сейчас всё... Я не ожидал, он прыгнул куда-то вообще в другую сторону и на меня попал. Он привлекательный очень. Так, кстати, у тебя опять по здоровью, не ахти. Ну, чё? Так, давайте я сразу полечусь, а то что-то это... Давай, давай. Лечусь, прикройте. А то я думаю, что потом времени не будет. Не то, что времени, возможности не будет. Угу. Ну, Сёма, теперь у нас Сёма Рэмбо. Давай. Мне вперед. Ничего не страшно, вперед. Я знаю, куда бежать. Да просто прямо бежишь, все. Так, игра здесь так, курильщик не... или охотник, то рычит неприятно. А вы знаете, например, что можно язык срезать? Да, знаем. В смысле срезать? Вот так вот. В полете. Вот я сейчас срезал его. И что дальше? Все, ну, он тебя не скурит. Продолжает. Он меня не скурит, у него откат был. Главное на него смотреть при этом. А, Семен, Семен, сюда, куда ты? Я палатки нашел. О. Надо не на него смотреть, а чуть ниже, где язык будет. По нему прямо. Так. А это для чего делается? Для ачивки или что? Нет, это чтобы он тебя, того... скажи, не схватил. Не схватил он тебя. Но вот с другой стороны, если, допустим, я бегу с калашом, и я вижу его, и он прямо в этот момент плюется языком, я просто бегу и тупо стреляю в него, а не в язык, и убиваю его к тому моменту. Ну да, да, кстати. Вот обычная ситуация, например, вот... Обычная ситуация, например, 3 человека лежат, да, ну играем PvP, например, 4 на 4. 3 человека лежат, один поднимает, и курильщик. И вот так вот можно себя просто спасти и поднять уже другого. Так, охотник. Че, ну там мечется?
Так, охотника, я как понимаю, можно оттолкнуть, да, и Жакея, оттолкнуть можно любого, кто прыгает на тебя, даже в прыжке можно оттолкнуть. Ну, кроме ведьмы, короче, ну, только да, с ведьмой это не... Ведьма. И Громила тоже. Громила тоже. Вот так вот. Так вот он меня фигачит. Ты помог мне. Вроде сзади свои, а вот по заднице. Члюпает. Вот, Громила ни в коем случае прикладом вообще не бить, то есть это бесполезно, ни о чем. А если, например, Громила, ну вот тоже простая ситуация, Громила, например, захватил одного, да, бьет, играйте 4 на 4, вы за зараженных. Бумер, этот, ну вот этот толстяк, да, подошел, его взорвали, Громилу оттолкнули, и Громила может уже второго взять в это время, то есть... Жокей, жокей. Все нормально. Вот видите, все отталкивается. Просто единственное дело еще не только в том, когда ты нажмешь, а вот, например, в пинге. То есть вот тут была ситуация, ну, да. Просто не было видно, когда задержка. Меня. Да, когда меня охотник взял, то есть я его вроде бы сприкладил, так скажем. Он вроде бы упал, и в то же время он уже на мне. Так, ведьму слышу, да? Да, Мишка, Мишка ее там уже прихорила. Меньше проблем. Не знаю, как это будет на общество смотреться. Так, я имею в виду, что люди, может, хотят крови, кровопролитие, но, по-моему, вот... Если люди хотят на... крови, они уже наблюдают 4 кровавых трупика. Да. Лежащих пузиками кверху. Так, я взял... Тут скар, если что, кому надо. И есть таблетки. Так, я нашел... Вот таблетки! Так, патроны есть? Патроны есть. Так, они с бензином, я ложу вот сюда. Так, сейчас будет экшон, да? Экшон, да, сейчас. Так, ну что, я тогда запускаю, вы стоите около входа. Так, подожди, точно, куда бежать? Давайте, да, давай сразу обговорим, куда чего бежать. Может, сразу наверх туда подняться, нет? Куда мы в прошлый раз подбежали? Нет, так, а ты понимаешь, что нету верха здесь, смотри. Видишь, вот а, мост, ну, мост, да, мост должен. Сейчас. Вы здесь стоите, только аккуратно, я... Мишка, короче, вот, вот меньше слов, я будет. Буду там, где будешь ты, все. Все, давай, пожалуйста. Поехали. Ой. Санек, ты где? Так, я сзади вас. Бринчик. А, спасибо. Так, ребят, сюда. Так, где сюда, а, сюда. Вижу. Я наверху уже. Отлично, поджигай. Финн. Вот, все. Давай. И все, без остановки просто рвем. Я как понимаю. Да, вот дом, вот смотрите. Идете. И вот он, вот он, вот он. Эй, опасно. Так они оттуда убегают. Ну так, да. Помнишь, как-то в какой-то серии тоже? Давайте их туда загоним и... И потом умирали в итоге. Вы дидите. А где? Уклонился от всяких зомби. Опа, ну вы поняли, да, кто на первом месте? Нет, вы поняли? Со второго-то раза, ну да. А это учитывая, что у меня в одной руке камера. О, все, я прошу прощения. Фриман танку нанес больше урона, чем я. Ну это же все. Это же не женщина. Все, Мишка, ты потерял командование. Потерял, да. Санек, официально передаем тебе бляшку. Так, кто-то нас покинул. Почему? А, все тут, не, просто все. подгружаются. Просто Санёк в астрал уходил на время. Вот мы сейчас можем видеть, как люди любят эту игру. Они сделали домик, в который жили выжившие, они вот здесь варили супчик на сковородке, и здесь даже есть вот грелка. На аккумуляторе? Да. Это жесть. Да, газовая горелка. Здесь есть еще одна вещь, которая лучше на публику не показывать. Вот. Покажите. Покажите. Ну что здесь такое секретное? Я люблю клубничку. Что там тут? Какая-то клубничка. Это просто очень нелицеприятный туалетик. А что, уютно? Смотри, один сидит здесь, второй сидит, кушает. Нормально. Да, кто-то ел тут вот макароны с котлетками. Так, ну все. Погодите, я сел. Все. Тут бумером хорошо сидит. По какой статье? Пошли? Так, ну... Поехали. Я думаю, за злом Пентагона тут уже понятно. Что-то здесь их много, какое-то людное место. Это же... Да, там, кстати, будет корова. Что там будет? Корова.
А индусы есть среди нас? Нет, корова. Ну, слава богу, значит, мы ее убьем. Будет корова. Будет... Корова, корова она, зомби? Она зомби, она же умерла. Ага. Она зомби, но... Да, тут же ведь вон, смотрите, этот, сарай. А, мы сейчас же на кукурузное поле выйдем, да? Ой, Мишка, вижу, 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 вижу. Спасибо. Да, мы сейчас выйдем на кукурузное поле. Корова, по-моему, вот с той стороны. Ой, надо вот съесть. Совсем. Плоховастенько. Теперь не флинж берем, нет? А, морфин. Всем сзади. Ужас, ты что там на себя толпу-то такую согрел опять? Да ладно, я на таблетках. Охотник, охотник аккуратно. Я ничего не вижу. Ничего не вижу и все равно вперед идет. Я вкусный. Меня все любят. Так, ладно, все. О, корова. Да здесь не одна. Лечись, лечись. Тут коровья оргия. Да, тут они очень такие. Смотри, какой хороший вид. Тут... Что, что это такое? Это в кавычках. Санек, молочка? Надо на нее прыгнуть, чтобы выдавить, да? Или что? Прыгаем. Оттуда сразу выйдет сыр. Ну да. Не слышно? Лестницу сразу. Танк. Ребят, назад, назад, назад. Не прыгайте. У меня есть этот. Отжигайте. Он как спайдермен, он прям по стенам ползает. Да. Что обидно, что вот танк, за которого играет компьютер, он может вот так вот подняться, а человек не может. Мишка, ой, он... вернее, Лёха, сколько ты минут здесь провел в игре? У меня большой стаж. Большой? Да, большой. Если надо, я 292 часа. Громила. Это адовое. Громила, просто есть с кем играть. О, жесть. Но это не за год, это за 4 года. Я думаю, это. Я думал сказать, что это не за год, это всего лишь за 3 месяца. Ну просто все уже нюансы знаешь, все как, что и. Тогда же играть неинтересно. Почему неинтересно, наоборот? Просто заточиваешься на других вещах. Наоборот, все, это называется задротство. Потом ты просто настолько отточил свой скилл, что. Заходишь против нубов и чувствуешь себя богом. Нет, когда против нубов заходишь... А, ты меня столкнул, да? Я тебя скрыл. Я вот за себя скажу. Я как только в игре узнаю все, мне она сразу... Поверь, вот в этой игре очень много можно еще узнавать и узнавать. Честно, я вот до сих пор узнаю от друзей всякие интересные штуки, которые можно использовать. Кстати, я буквально вчера... А, да, слушаю. Обещали, по-моему, третью часть, нет, если я не ошибаюсь? А нет, вот буквально сегодня я услышал, что, увидел, что... Новая игра. Часть обещали, а новую игру от создателя VPD. А, новая. Энвулф, что-то такое называется. Да, что-то вот это. Я посмотрел этот, на Ютубе, что говорят. Там, в общем, тоже 4 игрока на движке CryEngine, только не знаю, какой третий. А тоже выживастик будет? Ну, понятно. Там будет, один монстр, который играет игроком, игрок, которым играет. Он должен убежать, а четверо должны его догнать. О, даже так? Ну. Хотите веселье? И сигнализация, да? Ты же знаешь, я питаю слабость к сигнализации. Да. Я слышал ведьму. Ведьму, ребят, подождите. Давайте не надо и ведьму. Ладно, я не буду. Опасно. Давайте по очереди что-то одно. Я не знаю, может, Семён, может показать, как ведьму убивать? Давай, я подойду поближе. Сейчас я только ее найду, я не знаю, где она сидит. Я слышу, но не вижу. Сейчас расчищу тут. Вот иногда, кстати, сейчас предупрежу, на публику иногда убивать как раз и не получается. Так что я не... Так, а вот она прямо подо мной. Я прямо сзади тебе. Че, давай тогда пройдем мимо. Вот там вот. Нет, там пройдем. Назовем это минутка познавательного убийства. Убийство, хорошо. Так, где, куда вы побежали? Семён, вот смотрите, короче, когда подходишь к ведьме вплотную... Да. И все, что ли? Да, когда она только поднимается. Все. То есть чуть ниже. Короче, стрелять нужно в тело, а не в голову. Это бесчеловечно. Это бесчеловечно. Ты даже не дал ей защититься. Но зато я спас команду от всякой нехорошей вещи. Так, а здесь патроны. А, ну патроны как-то и не нужны, мы почти дошли так, уже. Так, ты давай, показывай, куда ты идем за мной тогда, сюда. Кстати, сейчас будет отсылка к фильму.
какому? Только я не помню, какому. Вот здесь вот прямо. Вот она. Отсылка к фильму? Да, вот это отсылка к фильму. Это ребята постарались, сделали. Вот, там как-то на газонокосилке кого-то тут резали. В общем. А, так это этот. Газонокосильщик? Нет, все, не газонокосильщик, этот. Техасская. Нет, не техасская резня, блин. Самый старый, зловещие мертвецы, по-моему, или как-то. Там чувак себе руку еще бензопилой отпилил, он же тоже, по-моему, там с газонокосилкой что-то делал, если не ошибаюсь. Я не помню, я просто очень давно это читал про это, и я не помню, какой фильм. Тут таблетки есть, если что. И нам, надо, наверх. Вы не знаете, куда идти, да? Мы уже прям сейчас... Нет, я сейчас пока лечусь, и у меня патроны закончились. Я уже привык ориентироваться на черную лысину, поэтому не паришь. Вот, смотрите, мы прошли вот мосту. И вот как раз этот мост, это самое последнее, что мы на этой карте увидим. И волна как-то. Это звучит пессимистично. Главное это пессимистично сказать со смехом. Тебя вылечить, нет? Меня нет, меня тогда скидит. Ну не знаю, боже. А, на мне же кей. Все, у меня нет патронов. Так, ну у меня тоже нет. Я думаю, нам что, по мосту надо бежать? Да, вот. Сейчас мы зайдем в вагон, это будет наш... Пацаны, что вы там застряли? Вы, может, вы поможете, нет? Да. А то все, вы там застряли, что вы там застряли. Так, все, отлично. Все вы там ковыляетесь? Старичок ковыляет. Ух ты! Перезаряжаю! Он из ниоткуда появился. Он сверху появился. Здесь внизу. Ну, он откуда-то тут можно. Я не помню, как отсюда. Так, все, это убежище, да? Я внутри. Да. Это же. Все зашли, закрываем дверь. Это было опасно. Отлично. Отлично. Ну, Мишка, ты сместил меня с первого места. Прошу прощения. Придется тебя отсоединить. Я танка убил. Далекий голосок, да? Да. Зато у меня больше всех здоровья. Так, я лечусь. Так. Кто стучится там? Кстати, по-моему, это последняя карта. Дэвид, что тут? Да, это последняя карта. На тап нажимаете, тут все видно. Мы сейчас пойдем через поле. Поле чистое, поле. Вперед. Так, ну, готовы, ребята? Выбрали все. Я готова. Перезаряжаю. Да, отлично. Да. Всем выйти из сумрака. Мы идем за кукурузой. Кстати, главное в поле не потеряться, ребят. Это серьезно. Да. В поле можно потеряться. Будет. Мишка, я твоя тень. Там, где ты, там я. Знаю. Хорошо. Оглядывайся. Я постараюсь сильно не бежать. Ты будешь думать, что ты меня потерял, а я буду у тебя на шее сидеть, знаешь, что точно. Перезаряжаю. Так, а что у нас там? Гринфест так медленно бежит. А, он канистру тащит. Богдан, да, канистру. А, кстати, мне интересно, если я сейчас канистру выстрелю, она в руках будет, она загорится или нет? А, не должна, нет, не должна. Не, ну я не стану, конечно, этого делать. Нет, так ты же не выстрелишь ведь. Когда у тебя канистра в руках, ты не сможешь... Нет, а у того канистра в руках. Нет, тому нет, она не загорится в руках. Охотник вверху. Меня так. Вижу. Вот смотрите, у меня дробь. Канистра, да? Ребят, у меня дробь, да, первого уровня. И я попал с такого расстояния. Ну, как калаш считает? Можно глупый вопрос, нуба? А еще дроби разного уровня? Нет, я имею в виду, ну как, у нас тоже разделялся так, Т1 и Т2. Т1 это то, что у меня в руках, это дробь обычная. А Т2 это то, что у вас уже в руках, получше оружие. И урон получше и... Я тебе скажу так, у меня так есть, у меня или дробаш в руках есть, или нет. А какой? Ну вот, это видишь, для нас. Вот так. Фриман, тебе полечить? Это военные! Дружище. Так, не, у меня таблеточки есть. Ну давайте я полностью, у меня 94%. Давайте последний момент. Сзади, Мишка. Ну, Шаня. Могли бы прикрыть. Смотришь, что я такие. Спасибо. Да. Так, я тоже возьму канистру. Кстати, канистру. О! Так. Что-то мне не нравятся эти звуки, парни. Что происходит? Мы спугнули воробье. Воробье? Воробье. Воробье. Вот сюда, вот сюда. Ребят, сюда. Блин.
Я ориентируюсь только на надпись Мишка. Я опять застрял. Где ты там? Я здесь. Давай. Ну, по-моему, так, да, мы пришли. Тут еще одни коровы. Осторожнее! И лазерные прицелы. Так. Да вот. Так, где лазерные прицелы? Вот здесь. Вот сюда. Ага. Ну, еще корова. Да. Так, взял. Осторожнее! Так, орда-то когда начнется у нас? Орда уже идет, но нам надо еще вызвать подмогу. Так, и мы сейчас выходим на дом, в котором будем сидеть всю свою жизнь. Да, пока не придет подмога. Здесь в доме очень много вкусняшек, так что можно. И мы будем отбиваться все это? Да, мы будем отбиваться. Примон, забегай. Я тебя прикрою. Но лучше не в доме, конечно, сидеть. Ну, давай, место получше, но смотрите сами. Как будет для вас. Как будет правдивее в доме сидеть. Давайте в доме будем сидеть. Кстати, тут есть кукла, есть медведь. О, я мишку нашел. Да ты издеватель. А двери-то позакрывали, что двери не закрыли? А я хожу тут пока, сейчас закрою. А на втором этаже что, безопасно, нет? Так, а двери как-нибудь нельзя запилить? Так, а может, в одной комнате сидим, нет? Запили мне дверь! А лучше сидеть на первом этаже, конечно. Потому что вот здесь. А через верх они попрут? Они во все щели попрут, так скажем. Но мы сидим всегда вон там на поле, вон там. Да мои щели они не доберутся. Давайте в одной комнате сидим. Поэтому. Ну давай, где ты там сидишь? Пошли уже. Так мы еще так вызываете. Почему я все должен делать? Я понять не могу. Ну Семен тогда вызвали бы уже. План твой, значит. Внимание военным! Это. Так куда идем-то? Полиция! Подожди. План, какой план? Здесь сидим. Ладно. Я вот здесь в углу. Мы готовы, блюдо. Я под стол, можно? Нет. Американцы же всегда под стол просто прячутся. Понимаете, когда приедет подмога, мы не успеем выйти, нас могут зажать. Отсюда? Они на улице будут. Да пошли где лучше, ё-моё. Ну пойдемте за мной, в общем. За мной сюда. Уже, по-моему, поздняк, да, метаться? А, ты вообще на улице? О, нифига себе, промелькнул. Опасно. Они что-то. Лучшие силы бросают. Вот здесь как раз и сидеть. Вот здесь. Вот. Все четвером, все видно. Я вам гарантирую, тут все как на ладони. Безопасно. Тут так безопасно, что прямо... Я бы вот в реальности прямо здесь и сидел бы. Да. Так сзади подойдите, со спины-то они не подойдут. Сзади стена, просто к ней прислониться. Ничего нету, видите? А, ну все, понял. Все, давайте так, по флангам. Я крою левый фланг, но дальше там разбирайтесь. Хорошо, ладно. Просто некоторые... я, например, иногда в домик захожу за патронами, и все. Спасибо. Пожалуйста. Зои. Вы такие любезные. Джентльмены. Так это... Ну, на девушку как-то ругаться. Как... Язык не поднимается. Не поворачивается. Нет, не поднимается. Так и чё, всё, что? Не поворачивается рука. Чё-чё-то, сейчас танк пойдёт. О-о-о, опасно. Поливальщица. Так, откуда она плюнула? А, вижу. Она плюнула прям под меня. Не поднимается язык и не поворачивается рука, да? Да. Так руки не доходят. Вот как такое возможно? Язык. Руки не доходят. Так, как чувствую, зря я, наверное, забросил. Охотник! У него как в этом... Знаете, в фильмах-то наводят лазерные прицелы на человека. Поняла? Ой-ой-ой, вижу. Чисто. Так, курильщик там. Так, опять там. Слева он. Или сверху. Он сверху, слева. Вот он, вот здесь, вот он. Да, отлично. Так, курил. Так, что такое? Это очень сильный, большой и страшно идет. Слушай, о, вижу, откуда кидают. Кстати, эти камушки можно разбивать, если они летят на вас. Вот стреляете в них, и можно разбивать, если они повыше летят. Прямо вот складом. Так, он последний, нет? Ну я тут сейчас опять... Так, слушай, мне... Патрончик. Так, можешь за патронами, да? Сюда, ко мне. Конечно. Ой, страшно, как кричат. Ты лучше, кстати, тут аптечку не взял? А, у всех есть. Это просто дополнительная аптечка. Все есть. Жакей. Не вижу. Никак. Ой. Девушку спасаем.
Извини, конечно, это не девушка, но девушка. Да ладно, что. Но выглядит как девушка, да? Вот такие вот. Тихо. Не, ты вот бегаешь со своим... Да чего, да все нормально. С рукопашным. Нет, это не с рукопашным было. Ты с мачете, это был приклад. Это был приклад. Я иду на него на приклад. А то. Ты, может, там не видел, но. Сливайся. Так, я только слышу. Я уже нету. Толстяк меня обливал, парни, не вижу ни хрена. Все, я тут с тобой рядом. И как раз кончил, сейчас там пойдет. Так, Левальчик обливал свои. Может, в доме посмотреть? Чего тебе? Молотов? Молотов или что-нибудь такое? Есть у кого-нибудь? Громила бежит. О! Падло, все-таки несколько тысяч. Так, парни, что происходит? Паника. Своих топором рублю. Я специально немножко присел, думаю, может меньше достанется. А я все равно тебя достану. Да. Ты от меня. Бежишь, зачем? Напрыгнул. Вижу. Я еще и добавил. Это вот странно. Жакей стоит прямо передо мной, я высаживаю у него три пули, а убивает Мишка. Перезаряжаю! Ну вот. Как бы надо. О, я вижу. На меня не успел, Мишка. А нет, не успел. Тут все. Просто я стараюсь, чтобы у вас жизни там побольше оставалось, поэтому. Чем быстрее я убью или другой, тем лучше будет. Так что у нас сейчас какие еще? Еще танк будет, еще один, да? Да, еще один танк, потом. А потом подмога приедет и танк. Парня, я лечусь. Саня, ты Санек, ты тоже полечился? Да, ты только вот напомнил, я только сейчас обратил внимание на свои хп. Вижу. Все. Ушел. Так, бежит падла. Слева. Рвет и мечет просто. Так, где вы? Я такой не вижу. Вот он. А, вот. Стою указатель, смотри. Лагерный. Да. Все, отлично. Теперь так. За мной идем. Подожди, патроны. Не надо, пойдем. Да? Все уже, конец. У нас хватит патронов. Это конец. Вот я... У меня есть бомба, бросить, нет? Я прошу прощения. Тачка, здесь он поехал не в ту сторону. Мишка, где твоя улыбка? Я не знаю, все, я считаю. Ты короче. Я хотел. Ой, меня толкать назад. Я понравился людям. Я внутри? Да, внутрь все идем. Зазу! Что ты делаешь? Все. Даже не смотрел, что ты Мишка пытался нас завести в ловушку. Кстати, клюнул только ты на это. Он мне доверяет. Да. Мы с Богданом побежали в другую. Я оправдал Мишка мое доверие. Так. Ух ты! Какие-то ачивки дали. Да, что там этот, призрак Рождества. Ну и финальная статистика Все, руки чешутся, да, посмотреть, как, насколько же он крут. Да, насколько же я крут. Ну где я? За 49 минут прошли. Неплохо, это при том, что мы два раза проходили одну карту. Мишка, ты больше всех умер, что ли? Это как так? Смерти, ну да, получается так. О, я больше всего аптечек использовал. Только радовался. А я таблеток больше всего ел. Шприц и... один. А я бомб больше всего использовал. Я пиротехник. Ну, у нас одинаково, между прочим. 3-3. Коктейль молота два раза. Ох, я на втором за Мишкой. Рукопашку 330. Охотников больше всех. Толстяков больше всех. А у меня тоже не надо, у меня охотников тоже 5. 8 громил, 8 громил. Все громил. О, я на втором месте. Обычно заражен. Не, ну ребят, ну видите это вот имя, которое постоянно в топах. Бади. Ну, насчет наименьшего урона это. Чаще как... других беспокоил ведьму. Что, я или что? Сёма. Выстрелы в голову 16%, а? Общая точность 51% у Бади. Ух. У меня 4%, зато я отрывал конечности автоматом Калашникова. Ну ничего, так напряженнее было, чем предыдущая глава, я вам скажу. Намного. Предыдущую главу не увидят, да, ребята? Ну, к сожалению, нет. Ну, возможно, да. Мы ее пройдем попозже. Ну, да. В принципе, разницы особой в этом нет. Я думаю, те, кто хотел насладиться сюжетными перипетиями игры, уже давно это все сделали, поэтому... Это да. Больше для удовольствия. Ну что, давайте на этом, в принципе, эту главу закончим и...
когда-нибудь откроем следующую. Напомню, с нами были Богдан Полонский, Алексей Иванов и, можно сказать, вдохновитель этих серий прохождений Санек Ковырзин. Давайте дадим ребятам слово высказаться, что они по поводу всего этого думают и вообще, в принципе, что у них на уме. Давайте с Богдана начнем по традиции. Ну ладно, я уже как бы говорил, но так как это никто не услышит, поэтому повторюсь. По поводу, в принципе, прохождений с подписчиками. В самом начале, когда только играешь с Бади, такое ощущение, что ты то ли смотришь летсплей, то ли вообще непонятно что. Такое ощущение, что вот ты играешь, а при этом еще комментирует Бади твою игру, и какое-то странное вообще ощущение. А потом уже так классно становится, уже ты как с другом играешь. И вот это, кстати, вот этот лозунг, ну, вернее, девиз, нет, даже не знаю, как фраза, «Ваш приятель в мире компьютерных игр», вот, очень правильный, очень такой... Мы долго его выбирали. Как никогда подходит к месту, да? Ну, хорошо. Ну, в общем, тебе понравилось. Да, мне очень понравилось. И ты не против, если что, поиграть еще раз? Да, спрашиваешь. Давайте предоставим микрофон Алексею Иванову, он же Мишка, он же Нагибатор. Он же Лёшка. Не надо, не надо. Я второй раз краснею. Нагибатор 950. Так вот, что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что мне вообще все понравилось. Это было изумительно. Это было эмоционально, в восторге. В общем, сегодня я заговариваюсь. Я сегодня уставший немножко. И все такое. Да, и поэтому прошу прощения, если что, вдруг как... Что хотелось бы сказать? Хотелось бы пожелать Бади дальнейшего развития. Вот я сегодня буквально посмотрел, или вчера даже, вот честно не помню, у меня уже все слилось. Это Амнезию, дополнение ты сейчас начал выкладывать. Вот, да, это просто, это изумительно. Это классно. Это страшно. Вот я верю, как тебе. Вот, это не так страшно, как мы смотрим. Вот, но продолжая в том же духе, и это, ты, ну, как фанаты у тебя будут всегда. Вот, а также хотелось бы сказать, чтобы вот такие вот кампании проходили чаще, ну, как можно чаще, в зависимости от твоих возможностей, чтобы каждый мог насладиться данным процессом и поиграть. Ну все, ребят, так. Спасибо большое за теплые слова, приятно слышать всегда. Ну а Санек, в принципе, я думаю... Я единственное, что скажу по поводу ребят, которым я писал от группы ВКонтакте. Их сегодня не было, к сожалению, онлайн. И да, повторюсь, мы опять же второй раз проходим таким составом из-за того, что не записался звук в прошлый раз. И тех ребят могу заверить, что мы соберемся и обязательно с вами поиграем. Просто что не теряйтесь. Сложно нам с Семеном состыковаться, сложно нам с вами состыковаться, потому что все-таки, да, разные пояса и загруженность, кто учеба, у кого вот ребята вообще сейчас экзамены пойдут, но смогли уделить нам времени. Так что не переживайте, спишемся, обязательно побегаем. Ну, Семен, в принципе, я думаю, все, кто оставил заявки, все поучаствуют, потому что компаний много, конечно. Можно будет даже при желании что-то переиграть. Ну, а на этом давайте закончим, продолжим в следующих сериях, возможно, другим составом, возможно, там каким-то еще. В принципе, от себя могу сказать, что, как всегда, играть с подписчиками – это весело. И особенно приятно слышать добрые пожелания. Поэтому давайте на этом закончим. Напомню, с нами были Санек Ковырзин, Богдан Полонский и Алексей Иванов. Попрощайтесь. Так. Всем пока. Давайте хором. Елочка, гори. И ваш покорный друг Бади. Все, пока. Пока.